еще по ночам, ни раз и ни два. Друзья снятся нам, это значит память жива. Девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь. На площади Советов городской мэрии и учреждением управления образования был организован музыкально-развлекательный вечер. После насыщенного праздничными событиями дня жители города могли встретиться и отдохнуть. Городские народные ансамбли и сольные исполнители радовали присутствующих вокальным и танцевальным творчеством. А горожане поздравляли друг друга с праздником и вспоминали прошлое. Я с дня рождения живу в этом городе, очень сильно изменился. Все, даже вот родственники, которые приезжают, все говорят, что у нас город очень-очень чистый. Родной город, одно слово, все. Я очень люблю наш город, мне здесь очень нравится. Не то, что большие города. Здесь у нас спокойно, хорошо, зелено и вообще очень приятно. Очень скучаем по своему городу, когда уезжаем куда-то. Все равно тянет родные края, свой город Кумертау. Он нам дорог. Выросли мы. Выросли наши дети, внуки растут. Так что тут у нас уже все сложилось. И нам город дорог, как родное, близкое. В день города основным виновником торжества стал сам Кумертау. В этот праздничный вечер каждому из присутствующих хотелось пожелать своему городу только самого лучшего. Всего самого хорошего городу. Ну и чтобы все в нашем городе преображалось в лучшую сторону. Ну, Кумертау желаю дальнейшего процветания. Оставаться таким же чистым, ухоженным, красивым. У нас очень хорошие люди, чтобы такие же все оставались всегда. Всего самого-самого. Желаю процветания города и поздравляю своего отца, который служил в ВВС, Радика Саубанова. Вообще, ну, побольше развлекательных мероприятий для молодежи, чтобы открыли секцию бодибилдинга, чтобы были все красивые и подкачанные, как в Майами. Кроме концертной программы, для молодежи был организован фестиваль красок. Необычный праздник прошел под руководством одного из кумертауских интернет-сообществ в социальной сети ВКонтакте. Это очень веселый праздник для родителей и их детей. Вот посмотрите, какие праздники. Мы дарим счастье детям, разукрашиваем их в цвета радуги. Детям очень нравится, они веселятся, дарим им позитив. Праздник Холи – это традиционное индийское мероприятие, в котором все веселятся и осыпают друг друга цветным порошком. Наши маленькие горожане с удовольствием приняли участие в необычной игре. Так же, как взрослые, в этот яркий и веселый вечер они желали городу всего самого лучшего. Ну, я желаю процветания нашему городу, ну и веселых дней. Счастья, как бы здоровья, чтобы наш город стал знаменитым, чтобы у нас все было хорошо, чтобы такие же праздники были, как и в этом году. Фестиваль красок очень классный. Таких же успехов, чтобы у нас было много чемпионов, спортсменов, чтобы в нашем городе было все спокойно и чтобы он также процветал. Я хочу, чтобы фестиваль прошел отлично, чтобы всем нравилось, чтобы все улыбались, всем понравился этот фестиваль, чтобы этот фестиваль был красочный, очень красивый, яркий, и чтобы все были рады, чтобы была куча красок. Фестиваль красок мне нравится тем, что здесь можно развлекаться, слушать музыку. Я хочу поздравить всех с Днем авиации, с Днем города. Желаю счастья, здоровья, всего то, что вы хотите, и чтобы у вас была красочная жизнь. Мне понравился фестиваль красок, так ярко и здорово, весело для всех. В завершение праздника организаторами фестиваля была проведена развлекательная танцевальная программа для молодежи.